Сколько зла он совершил, сколько зла. Бил жену, когда ребенка ждала. Матерился и запоями пил. Бил посуду и детей тоже бил. Все из дома уносил, продавал. По подвалам жизнь свою пропивал. За разбой в тюрьме на нарах сидел. Но однажды стал совсем неудел. Паралич его внезапно разбил. Шевельнуться даже не было сил. Только глупенько по-детски моргал. Но зато все помнил, все понимал. Как в смирительной рубашке лежал. Не ругался, больше не выступал. Жизнь его на волосочке была. И священника жена позвала. Муж сначала стал таращить глаза и мычать, пытаясь что-то сказать. Но священник с ним остался один и часа четыре не уходил. Ночью батюшке пригрезился сон, что больной на тот уж свет снаряжен, а вокруг как будто коршунов слет. Кто из бесов душу в ад понесет? И как будто двое светлых мужей оказались вдруг на том этаже. Душу в рай они хотели забрать, но лукавые давай хохотать. В доказательство достали весы, злобно морща поросячьи носы. И все хардии с грехами его положили, не забыв ничего. Растерялись было ангелы ведь, перевес найти им надо суметь. О грехах своих он плакал зело, в сокрушении смерть застала его. На одре его платочек лежал, слезы грешника платочек впитал. И от этих слез он стал тяжелей всех поступков злых и подлых идей. Тут священник встрепенулся от сна, и к больному дверь открыла жена. Мол, намучился, недавно почил, и всю ночь платок слезами мочил. Взял священник в руки этот платок, и сдержаться сам от слез он не мог. Милосердный Бог ему все простил, за один платочек рай подарил. Спаси, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем нашу встречу со Светланой Копыловой. Она у нас в гостях. Мне тут же, у меня картина, у меня был случай. Меня позвали в психиатрическую больницу. Привезли человека на каталке, вот на этом, на инвалидном кресле. И он вообще, он мычал просто. И вот так закололи этими галоперидолами, аминозинами, что он как животное был, как овощ. Угу. Я начал его, ну и оставили меня наедине, завезли в какую-то комнату. Я спрашиваю у нее, ну, начал спрашивать, попросили его причастить. Я спрашиваю, а он мне минут через пять только отвечает. До него доходит, и пока вот он настолько был, что он даже рот не может открыть. Пока до него дойдет, пока он переваривает информацию. Пока... Вот. И я где-то тоже, наверное, часа полтора бился над ним, вот, какой-то диалог установить. Потом, значит, когда он уже всех простил, этот человек, я его причастил. И представляете, я вот вижу, как действует причастие, я видел. Я смотрю в его глаза, они начинают оживать из глубины, вот так, и засияли, и он начал разговаривать после причастия. Представляете? Это вот действие причастия. И буквально через несколько дней его уже выписали. А он был, можно сказать, безнадежен. Чудо, вы говорите? Да. Вот чудеса на каждом шагу. На каждом шагу. И я видел, как действует причастие.
А я был тогда еще только, вот, мне только рукоположили. Для меня это было такое чудо. Я очень долго, я всем ходил, рассказывал. Вот. А можно же ведь и притчу написать, и песню было бы. Если бы я знал, я бы написал... Вот если бы я был знаком со Светланой Копыловой раньше, я бы песню написал. Но она была чем-то похожа бы на вашу. Я вспомнил тоже еще одну песню. У меня есть песня «Сон бомжа». Вот. Тоже как притча возникла. Я увидел бомжа на помойке. И, значит, этот бомж, значит, ему снится, что он не бомж, а странник. Но, по всей видимости, он в конце умер. Ну, в общем, вы сейчас поймете. То есть вы не знаете точно, да, умер он или нет? Я не знаю. К сожалению, я прошел мимо. А песня появилась. А я думал, вы не знаете, чем песня закончилась. Я тоже подумал про песню, вы говорите. Не знаю, чем песня закончится. В ре-мажоре. Мерзнут лужи, звезды, облака. Я не нужен никому пока. Снится дом и вкусная еда. Только так не будет никогда. Странник в этом сне, я иду по краю бытия. Я забыл все то, что нужно мне. Помню только боль, она моя. Тесен мир, как старое пальто. Лестница в подъезде, тусклый свет. Я иду, зовут меня никто. Просто пригласили на обед. Перекрестки всех дорог слуги отыскали, говоря: брат, ты голоден, устал, продрог, встань, иди на пир царей царя. И вот бомж идет на пир царей. Мы
вязнут в луже звезды, облака. Видно, нужен, я пойду пока. У меня тут такой стереоэффект хороший был. Ну, здорово. Вот у меня тоже причесть. Да, хорошая. Про бомжа. Ну, дальше о чем будем разговаривать? О новом альбоме. По заповедям блаженства. У вас сейчас новый альбом. 14. Серьезно. Серьезная заявка, можно так сказать. Я вот на проповеди говорю, внимательно слушайте заповеди блаженства. Каждый там найдите себя в заповеди и старайтесь эту заповедь исполнять. Это как бы, если ты чувствуешь себя миротворцем, будь миротворцем до конца. Если чувствуешься чистым сердцем, то надо, если... И так далее, и тому подобное. И вот это как бы такая вот установка для человека, чтобы найти свой образ в жизни. А у вас как это происходит? Прям песни по заповедям? Девять песен. У меня есть альбом «По заповедям Божьим», «Хрупкая мечта», там 10, соответственно, песен. И вот сейчас я рискнула «По заповедям блаженства». По благословению, конечно. Конечно. Ну, а рассказать поподробнее не можете? Ну, допустим, какую-то песню описать, как вы к ней подходили, как это же целый труд. Надо думать об этом, надо образ. Думала, искала, конечно, да. А вы стихи искали или сами сочиняли текст? У меня в этом альбоме два не моих стихотворения. Это вот «В приемной патриарха». И, знаете, батюшка, иногда стихи настолько проникают в душу, что кажется, что они уже твои. И у меня даже есть альбом, называется «Люблю». Весь на стихи современных авторов. И настолько мне близки эти стихи, что я вот даже, мне трудно различить. У меня тоже бывает. Я так расстраиваюсь, когда слышу, я говорю, я должен был сочинить эту песню, я. Так обидно. Я вспомнила песню «Сретение». «Сретение». Да. Это блаженно алчущий, жаждущий правды. Но вы больше не выдадите нам никакой песни из этого? Выдадим. Выдадите? Выдадим. Какую выдадим? Какую? Ну, какую? Допустим. Или «Миротворцы», или «Блаженны, когда поносят». Вот я вот это вот испытал. Поношение? Когда, да, поношение, да. Ну, я думаю, не только я. Будет интересно, как... Вот... Наша интерпретация. Да. Песня называется «Блудный монах». О! Как это монашествующие к этому отнесутся? Думаю, нормально. Нормально, да? Которые понимают, да, в чем суть? Смотрите. Да. Темной ночи, позабыв про божий страх, шел под зонтиком, сутулясь, дом терпимости монах. Вдруг торговка увидала, как он в двери заходил, и пошла молва людская, что монах в пороке жил. Город весь пришел в волненье, пересуды тут и там, а монах его с не дует, как и прежде ходит в храм. Причащается бесстыдно он святых христовых тайн, чем смущает очень сильно всех достойных христиан. Слишком ревностные братья тут решили разузнать, часто ли туда он ходит, чтоб епископу сказать. Даже группа появилась, соглядатаев с тех пор, ведь монаха поведение ниже всех моральных норм. Поджидали в карауле, осуждением горя, вот он снова появился, ждали знать его не зря. Подтвердилось, ну, браток, теперь держись, и у блудного монаха началась другая жизнь.
кто-то тайно, кто-то явно каждый грешник осудил, кто в лицо ему смеялся, кто в окно помои лил. Все показывали пальцем и качали головой, и из трапезной голодным уходил монах домой. Только он был рад, как будто и насмешкам, и плевкам. Вызвал тут его епископ, отлучаю блудника. Ночь даю тебе на сборы, говорил он грозно с ним, чтобы больше не позорил нас присутствием своим. Разнеслась на утро новость, ночью помер тот монах. От такого наказания обуял всех божий страх. Город весь гудел, как улей, говорили лишь о нем. И собрался возле гроба чуть не весь публичный дом. Зашушукали зеваки, и не стыдно здесь им быть. Но девицы рассказали, как монах умел любить. Все, что скапливал за месяц, девки за ночь отдавал. И с отеческой любовью жизнь исправить умолял. Ей рассказывал о Боге, о спасении души. И о том, как это чудно по законам Божьим жить. И теперь девицы эти жизнь другую обретя, горевали безутешно, робко в Божий храм войдя. Лик почившего монаха несказанно светел был, и епископ слез не пряча отпевание служил. Как же мы порой жестоко всех поносим и клеймим, и с гордынью бесовской над святыми суд чиним. Как же мы порой жестоко всех поносим и клеймим, и с гордынью бесовской над святыми суд чиним. Поучительная история. А вам приходилось самой лично, вот на этом поприще, на музыкальном, какие-то испытывать, ну, негатив какой-то? В самом начале, да, наверное, скорее всего? Ну, и сейчас. И сейчас, да? То есть есть завистники, недоброжелатели? Наверное. Не так все? Не так. Ни одни розы, да? Непростое служение, конечно. Это большая ответственность. Потому что сказано, что от слов оправдаешься, от слов будет да, больше осужден. Да, очень-очень-очень надо действительно над каждым словом задумываться, прежде чем его произнести. А бывает наоборот. Сначала скажешь, потом оглянешься. Еще есть такие, да, но моменты? Тяжело, конечно, вдруг стать правильным. Путь большой, тяжелый. Ну, вот как вы считаете, я тоже этим вопросом интересуюсь, вот, можно ли считать творчество и свою вот эту жизнь творческую как таким своим личным покаянием, ну, перед Богом? Ну, можно ли действительно исправиться? И угодно ли это Богу? Как один монах всю жизнь резал киоты, да, а потом увидел в тонком сне кишащие червями вот эти все киоты. И от него Господь требовал молитвы, да, а он занимался киотами. Вот не может ли с нами такого получиться, что мы увлекаемся песнями, ну, или, может, придаем себе какое-то значение, сверхзначение сами себе? Не может быть какой-то формой гордыни? Может, конечно. Я очень стараюсь... Прелести какой-то, да. Я очень стараюсь, да, осекать себя, как-то сдерживаться, особенно когда начинают мне дифирамбы петь. Я очень стараюсь. И мне вспомнили слова одной исполнительницы, Юлии Славянской, которая сказала: «Я песней Господу молюсь». И мне это очень близко, потому что есть песни, покаянные песни, которые я, исполняя, переживаю заново. То есть я их, когда сочиняла, вкладывала, да, определенные. И когда исполняю, я как бы заново их пропускаю через себя. И мне тоже вот это выражение близкое: «Песней Господу молюсь». Ну, Миша, тебе тяжело работать, Светлана? Нет, просто. Ты-то просто? Просто. Но ты чувствуешь ответственность? Какую-то такую серьезную? Нет, не чувствую. Я вообще ответственность не чувствую никакую. Ты просто купаешься в звуках, да? Мне просто нравится, да, это дело. Нравится. Но это же тоже хорошо.
По-детски, можно сказать. Ну, конечно. Это, наверное, и главное. В этом. Потому что если ты выйдешь на сцену и будешь мучиться, то народ разбежится через 3 минуты. Да. И, ну, может быть, еще последнюю песню... Давайте кисточку. Это, во-первых, будет пожелание вот нашим собратьям, которые, значит, рвутся, может быть, сказать, на православную эстраду, а не знают, что это такое, что какие-то... Бывает же и падать оттуда высоко, и, может быть, очень... Ну, можно в прелесть впасть, в какое-нибудь самолюбование. Да везде можно впасть, на каждом шагу. Не только на эстраде. Но это же путь опасный, когда Слово Божие. Это уже, ну, в каком-то смысле большая ответственность. И желаю вам творческих успехов на этом пути. Вот я песня. Вам тоже. Спасибо, Господи. Будем держаться. Надо вместе быть как-то. Маляр, и любил провожать он закаты, наблюдая, как прячется солнце за быстрой рекой. И еще он мечтал стать художником, чтобы когда-то отразить на холсте мир прекрасный и разный такой. Очень скоро судьба оказалась к нему благосклонной. Знаменитым художником стал не в одной он стране. За огромные деньги картины шли с аукционов, с каждым днем возрастая все больше и больше в цене. Но однажды красивую девушку встретил художник. Взор смешливый и алый румянец пленили его. И решил, что ее отпустить ни за что он не сможет, если не передаст на холсте этот образ живой. Он ее рисовал вдохновенно и самозабвенно, и портрет получился таким, что сравнения нет. Посмотрела она и сказала вдруг проникновенно: да, хорошая кисточка, очень удачный портрет. Рассмеялся художник наивности девушки этой. Да при чем же тут кисточка, дело в таланте моем. Я и черным углем нарисую все степени света, и белилами выкрашу ночь на холсте на своем. Улыбнувшись, сказала она, не смущаясь немало: мне казалось, что вы тоже кисточка в Божьих руках, и премудрый Творец, чтобы мы красоту понимали, через ваши полотна свой мир открывает для нас. У художника точно свеча вдруг пропала улыбка, и, чеканя слова, он сказал раздраженно слегка: нет, Творец — это я, слышишь, я, и большая ошибка думать, будто бы я — это кисточка в чьих-то руках. Вновь он краски смешал и сменил полотно на мольберте, и рукою уверенной снова стал делать мазки. Но уже через час был он самым несчастным на свете. На холсте видел он лишь работу бездарной руки. Он полотна менял, снова смешивал краски, но тщетно. Он катался по полу, ломал свои кисти и выл. Он был самым несчастным и самым бездарным на свете.
словно это не он гениальным художником был. Жил в убогой каморке когда-то известный художник. Он любил повторять, глядя вдаль на застывший закат, что все бренно на этой земле, и что люди не больше, и что люди не больше, чем кисточки в Божьих руках, что все бренно на этой земле, и что люди не больше, и что люди не больше, чем кисточки в Божьих руках. Спаси, Господи. Дорогие братья и сестры, на этом передача наша заканчивается. С нами были Светлана Копилова и Михаил Оленченко. Спаси, Господи, вас. Благодарим, спасибо, что пригласили, спасибо, нас. Да, было с вами приятно поговорить и пообщаться творчески. И с вами тоже, батюшка. Да, спаси, Господи. И послушать вас. И, можно условно назвать эту передачу «Кисточки». Да? Наверное. Спаси, Господи. До свидания.